Две машины Hot Wheels, Star Wars. Одна R2-D2. Одна машина, но это не R2-D2, ты же говоришь R2-D2. Вот она, R2-D2. Это... У нас такая машина. Она так и называется, R2-D2. Hot Wheels из новой или старой серии это Звездных войн. Из старых. И вторая машина у нас называется как? Boba Fett. Вова Фетт? Нет, Боба. А, Боба Фетт. А написано Вова. Очень странно. Вот такая вот машинка. Ну, мы сейчас посмотрим, что оно там такое. Держи. Предлагаю их открыть и увидеть, что же там внутри. Открываем. Первая у нас открывается... R2-D2. Та-дам! Открылась крайне легко, на удивление. И теперь мы посмотрим. Вот она какая. Держи, не двигай. Ду-дум. Какая у нас музыка играет в Звездных войн? Так, вторая машина. Такая у нас машина R2-D2. Это прямо выпала эта машина. И вторая наша машина. Это машина Вова, да? Нет, Боба. Боба, ага, она Боба. Ту-т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 у. Ну, подпевай давай, Валентин. Нет. Почему? Не хочу. Такая она вот со всех сторон. Такая красивая машина. Из фильма «Звездные войны». Вова и будь здоров, R2-D2. И вот они двое. Они ездят у нас? Да. А ну? Как они по гонке? По гоночному треку. А ну? Они туда, чудик. По гоночному треку. Вон там, где ты сидишь. Это же гоночный трек. На старт. Кто быстрее? На старт. Внимание. Марш! Три круга. Первый круг лидирует R2-D2. Второй круг впереди с большим отрывом R2-D2. Это потому, что он компьютер, но тут на повороте занос. И к нему приближается вплотную машина Вова. Третий круг. И последние метры почти они одновременно едут, но все же R2-D2. Фотофиниш не нужен. Ура, R2-D2 победил. Какие классные машины. А управлял машинами гонщик Валентин. Всем пока. Всем пока. Пока.